запахом. Смотрите, какую тонкую-тонкую пластинку. За дорогой смотри. Я могу любоваться ими вечно. Так, сюрикен. За дорогой смотри. Ну и что? Сядь повыше, чтобы ты видел дорогу. Как получается, мим? Классно, классно. Ой, правда, как я на гонках буду? Я не знаю. А кто здесь у нас пропускает все вождение брата? Спит. Приехали на пилораму. Жизнь. Аф, это не аф, это пчелы. Вот тебе раз, вот тебе Алюся. Грузчика вызывали? Опа. Смотрите, какие перчики. Так, на продажу. Нет, для супа, для борща. О, я могу любоваться ими вечно. Все, как есть от природы. А ракушки, значит, ракушки внутри. Никакого прессованного станка. Это настоящий распил. Хитро. Да ты не нужен ей, не нужен ты ей, не нужен. Можно любоваться ими просто бесконечно. По крапинкам узнаете, какой сорт? Кто самый внимательный? Смотрит мои постоянно влоги. Какой сорт с крапинками? Когда закончил работу, вот перчатки так и манят своим запахом. Положила мел себе снимать. Тоненькую пластиночку, смотрите, какую мне выпилили. Тончайшую. И муха, тут как тут. Муха. Сегодня опять дачный стиль. Смотрите, какую тонкую-тонкую пластинку мне подготовили. Она еще влажная, поэтому хруста навряд ли мы услышим. Но просто можно эстетически наслаждаться. Волосы ветер дует. Так, сюрикен. И он улетел. Опять начинают комары есть.
И сухой, и линзка. Как будто сыр, дырочки получилось. У линзка, как у пельменя, сухой хруст. Берта. Тихо. Ох уж собаки. Господи, спаси меня. Вот так я скидываю крошки. Пошла монтировать видео и стряхивать с себя мел. Познакомить вас с жителями этого двора. Попытаюсь сейчас их найти. Вообще, я сейчас как-то вспомнила. Вы когда говорите, Катя, чтобы там почитать, это классный, легкий рассказ. Писатель Крупин, он написал рассказы, называется «Сельский двор». Слушайте, ребята, там так все вот вкусно написано, таким простым языком зачитаться. Поэтому в тему советую вам, прочитайте. Для любого возраста будет. Ой. Классная книга. Пошли знакомиться с животными. Первый лот. Ты кто? Как тебя зовут? Скажи, Алекс.
поцелуй дашь маме? А скажи ура! Арум-тура по участку. Видите, вот с двух сторон в соснах находится все. Зелено, красота. Избушка в центре леса. Со ставнями, как раньше это было принято. Пчелы. Мне уже предложили поливать на брусок мела пиленого мед и снимать вам такого формата видео. Меняет территорию, видите как? Муха. Кто там едет? Вот так, она все бдит. Да, красотка? Да. Бух. Вот она идет. Застали за приятной процедурой. Это мейкун. Зовут его Ури. Урик. АСМР кота. Ури. Кс. Он занят, не мешайте ему. Какой красивый хвост. Да, ты знаешь, что такое хвостик. Алекс очень любит сидеть и смотреть, когда Ури кушает. Что делает Ури? Ням-ням. Ням-ням. Да, на прогулке в дикой природе. Красивый мой кот. Ори, по кошкам пошел? Пошел кошек радовать? Нельзя, веночки брать, нельзя. Вот там дальше есть. Вот здесь, да. Один бок уже сгнил, кстати. Туда пошлите. Давай, иди вперед, я же снимаю. Бросаю, чтобы на нашем участке вырос. На, вот, вот. Да съешь одну. Ты еще косточки не выплюнул, Алекс. Покажи мне косточки. Светочкой засунь. А, собачка. Жуй аккуратно. А косточку покажешь мне? Вот это ешь. Все. Ай. Пока.